В настоящее время в селе Саманьон города Исфарана таджикско-кыргызской границы идет перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили Азия плюс жители села Саманьон. По словам источников, женщин и детей из села эвакуировали в безопасное место. В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала кыргызские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно, сообщил Азия плюс житель села на условиях анонимности. Конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Саманьон. В данный момент дорога из Фара, Ош перекрыта, сообщил источник. Попытки Азия плюс связаться с пресс-секретарем мэрии Исфары Зубайдула Шамадовым не увенчались успехом. Пресс-секретарь находится на месте инцидента и каждый раз, когда он поднимает трубку, связь обрывается. Тем временем новостной портал 24. КГ со ссылкой на кыргызскую погранслужбу сообщает, что обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная и таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен, Исфана в местности Торткачо Баткенского района. Для недопущения эскалации конфликта на место выехали начальник Баткенского пограничного отряда полковник Рустам Миршакиров и начальник управления погранслужбы полковник Каялбек Таланбаев. Пограничные подразделения, дислоцированные на этом участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы, отмечается в сообщении. Несмотря на переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы на границе и приостановить конфликты, инциденты, нередко с применением огнестрельного оружия и участием военных, продолжаются. На сегодня из 976 километров таджикско-кыргызской границы делимитированы и демаркированы только 504 километра. Подробнее ХТПТСДС. www.asiaplast.info.ru/news. Таджикистан. Инцидентс. 20 220 127. Новый конфликт на таджикско-кыргызской границе.